Привет. Добрый день. Ты кто? Я мобильный ассистент. 144 умножить на 82. 11808. Квадратный корень из 143. 11,96. Сколько будет 153 доллара в рублях? 4897,35 российского рубля. А 180 рублей в долларах? 5 долларов США 62 цента. Какой сегодня курс евро? 42,72 российского рубля. Завтра будет дождь? По всей видимости, нет. 15 июня в городе Дмитров будет переменная облачность, небольшие осадки, температура воздуха плюс 15, плюс 26. Какая погода будет через 4 дня в Нью-Йорке? 18 июня в городе Нью-Йорк будет переменная облачность, температура воздуха плюс 18, плюс 24. А в Майами? 18 июня в городе Майами будет переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха плюс 25, плюс 30. Давай поиграем в города. Называй первый город. Одесса. Анкара. Астрахань. Новосибирск. Киров. Вынчжоу. Я сдаюсь. В города меня обыграть невозможно. Разбуди меня завтра в 9 утра. Я разбужу тебя 15 июня, суббота, в 9 часов, 0 минут. Скажи, применить или отмена? Применить. Будильник установлен. В следующем месяце нужно помыть машину. Я создам напоминание помыть машину на понедельник 1 июля в 10 часов, 0 минут. Скажи, применить или отмена? Отмена. Напоминание удалено. Напомни мне позвонить маме послезавтра в 7 часов вечера. Я создам напоминание позвонить маме на воскресенье 16 июня в 19 часов 0 минут. Скажи, применить или отмена? Применить. Напоминание создано. Где я? Московская область, Дмитровский район, Дмитров, дорожный проезд. А где ближайший Макдональдс? Вот что удалось найти. Ближайший Макдональдс, улица Профессиональная, дом 3, Дмитров, это примерно 2,7 километра от тебя. Поехали туда. Выбери приложение, с помощью которого нужно построить маршрут. Навигатор. Раз, два, три. Проверка микрофона прошла успешно. Микрофон работает.